Продовольствие 2017 под таким названием в Якутске проходит ежегодная выставка-ярмарка сельхозпродукции. В этом году в ней участвуют около 160 хозяйств из 23 районов республики. Кроме традиционной продажи овощей и мясных изделий, с завтрашнего дня лучшие племенные хозяйства проведут аукцион лошадей и крупного рогатого скота. Основными местами, площадками проведения ярмарки – это Комсомольская площадь, где продажа пищевых и продукции сельского хозяйства, и ипподром Якутской государственной сельхозакадемии, где, начиная с завтрашнего дня, будет организована выставка, продажа племенных сельхозживотных. И в воскресенье 24 сентября мы планируем проведение конных скачек на призы Министерства сельского хозяйства республики.